Спасибо, Раф. Что, в общем-то, означает получить жизнь? Получить? Жизнь. Что значит получить жизнь? Да. Зависит от того, о чем говорится, но обычно говорится о силе Авраама, силе Хесед. И мы должны понять, что во всех сферот это сила, действующая, порождающая. Поэтому он называется отцом народа. Это раскрытие Авраама во всех поколениях, в каждом поколении. Так что же тогда, в общем-то, исправление Хесед? То есть Авраам — это Хесед. Так а что это за исправление в этом заключается в этом имени? Сила отдачи начинает пробуждаться, работать и раскрываться также и в получающих килим. И это уже называется исправление. Если бы это не раскрывалось в получающих килим, это не было бы исправлением. Если бы это не свойство хесед раскрылось, то это тоже не было бы исправлением.